завершены подготовительные работы, финансирование, проект реконструкции актового зала «Ванна Линоколь», необходимость которой назрела уже давно. Зал капитально не ремонтировался практически с самой постройки школы. И вот уже совсем скоро строительные работы должны начаться. Проект по реновации актового зала «Ванна Линоколь» школы был представлен в программу региональных инвестиций еще в 2011 году. Тогда сумма поддержки составила 32 тысячи евро, а общая стоимость была примерно 215 тысяч евро. В процессе обсуждения проекта бюджета на 2012 год депутаты решили, что стоимость проекта достаточно высокая, и было решено создать рабочую группу и пересмотреть сам проект. Рабочая группа решила, что нужно сократить объем финансирования проекта и переработать сам строительный проект. Это было сделано, и в результате сумма уменьшилась до 138 тысяч евро. Мы вышли с новым ходатайством в ЕАЭС, они его рассмотрели и решили, что проект можно поддержать на прежних условиях. То есть сумма поддержки остается той же, а доля самофинансирования города уменьшается. Когда это решение было вынесено, город провел новую госпоставку, и теперь, когда результаты конкурса уже опубликованы, был подписан договор на произведение работ, и сами работы должны завершиться к октябрю этого года. Городское управление провело конкурс на реконструкцию актового зала Ванна Линоколь школы. Конкурс выиграла силамяевская фирма «Ирмари», с ней заключен договор. И с 4 июня они приступят к работам по реконструкции. Что предусмотрено проектом? Проектом предусмотрена замена покрытия пола полностью, косметическая окраска потолков и стен, реконструкция сцены, замена инженерных систем и технологическое оборудование. Имеется в виду звука и светотехника. Основной объем работ планируется провести во внеучебное время, а срок окончания договора 31 октября этого года. Пятьдесят лет назад, в 1963 году, на базе второй восьмилетней школы Силамме открылось эстонское отделение. В классы пришли дети Вайварской начальной школы и дети из эстонских семей города. Первый год обучения проходили 30 учеников, и к середине 70-х было уже более 100 школьников эстонского отделения. В 1976 году эстонские классы перевели в новую четвертую школу. В 80-е годы количество учеников стало резко уменьшаться. 1993 год. На базе детского сада номер 5 открылась эстонская основная школа, куда пришли учиться более 30 учеников. К концу 90-х школа расширилась, увеличилось число этажей, в пристройке разместились спортивные и актовые залы, столовые, мастерские, административные кабинеты. И к 2007 году в школе училось более 150 человек. На сегодняшний день в школе учатся 89 школьников и работает 15 учителей. У нас 9 класс-комплектов. Самые большие классы у нас 7 и 8. В них учатся 13 учеников. Самый маленький класс у нас 5 класс, где у нас учатся 6 учеников. В школе мы работают кружки. Кружки спортивные, хор, танцы. У нас в школе хороший спортивный зал, где дети занимаются физкультурой, хорошая библиотека, очень много там художественной литературы, словарей и вообще книг, которые нужны для работы на уроках природы и географии. Уважаемые родители, если у вас есть интерес, чтобы ваши дети учились бы в нашей школе, приходите к нам в течение июня месяца. Мы обязательно вам все покажем, расскажем и дадим вам дополнительную информацию. Ждем вас! Поздравляем школу с 50-летним юбилеем. И пусть ее классы всегда будут наполнены ребятней.
Традиционно информация для жителей нашего города о наиболее важных решениях, принятых городским управлением. Городским управлением проведены конкурсы госпоставок и подробнее об этих конкурсах. Конкурс по благоустройству площади перед зданием почты. В прошлом году городским управлением была реновирована эта площадь, и в этом году предполагается установить скамейки, урны, обустроить клумбу. Следующий конкурс госпоставки касается Центра культуры. Приобретены звуковая техника и была организована покупка концертного рояля для Центра культуры. Прежний концертный рояль пришел уже в негодность, он не подлежит ремонту, и поэтому город был вынужден приобрести новый концертный рояль. Также это связано и с тем, что в июне месяце Центр культуры будет открыт после реновации. Следующая госпоставка о санитарной очистке зеленых зон города. Это традиционные работы, которые заказывает город ежегодно. Решено провести три лагеря. Первый лагерь на базе молодежного центра по интересам улей и спортивного комплекса «Калев». Он пройдет с 6 по 21 июня. Также лагерь будет организован на базе Ванолиновской школы. Этот лагерь пройдет с 6 по 19 июня. И еще один лагерь на базе молодежной организации ЕСН. Он состоится с 3 июня по 22 июля. В общей сложности на эти три проектных лагеря выделяется из городского бюджета 11 400 евро. Дано разрешение на проведение нескольких мероприятий в городе в июне. 8 июня в 18.00 состоится концерт духового оркестра Таллинского технического университета. Место проведения этого концерта – центральная городская лестница. И традиционное городское мероприятие 23 июня в 16 часов и до часа ночи состоится мероприятие, посвященное празднованию Яного дня. Также городским управлением согласовано количество класс-комплектов в будущем учебном году. В будущем учебном году у нас будет 3 первых класса в школе Канука, 3 первых класса в Аналиновской школе и 1 первый класс в эстонской основной школе. В одном из отелей Нарва-Эсе прошла конференция по завершению проекта, целью которого была помощь в приобретении навыков и знаний для дальнейшего долгосрочного трудоустройства с учетом потребностей рынка труда и индивидуального подхода к каждому участнику проекта. В проекте приняли участие около 90 человек, которые больше года не имели работу. Из Хариума и Давирума, в том числе и жители Силаме. Участники проекта имели 66 дней трудового тренинга и практики, углубляли трудовые навыки, изучали эстонский язык, компьютерную грамоту, а также получили поддержку от организаторов проекта в трудоустройстве. Сегодня у нас большая конференция, посвященная окончанию проекта, который начался в 2011 году. В течение 2 лет мы работали с долгосрочными безработными этого региона. Участники у нас были из Нарва, Вайвара Волости, Силамя и Нарва-Есу. Обучение и практика основная проходила в Нарва-Есу. И я хочу сказать, что мы пришли, в общем-то, к такому итогу, которым мы можем гордиться. У нас есть хорошие показатели в трудоустройстве. Есть некоторые инновационные или креативные моменты, которые мы внесли в первый раз в обучение, потому что в этом регионе, на мой взгляд, есть особый подход, когда надо учитывать не только возможности трудоустройства, потому что есть предприятия, которые не соответствуют нашим ожиданиям и нашему образованию, которое дается в этом регионе, но есть еще сложная логистика, которую необходимо было сначала психологически преодолеть, а потом понять, как можно мобильно двигаться по этому региону, искать работу не только в том городе, где ты живешь, но и, может быть, даже подальше от этого города. Нас материально поддержал Европейский фонд социального развития, структурные фонды.
Но еще большую поддержку оказала Линавальцус Нарваесу, который и помещение, и возможности обучения предоставил бесплатно нашему проекту. А мы, как руководители, команда наших партнеров, которая проводила обучение в этом проекте, мы постарались сделать так, чтобы этот проект имел какое-то продолжение. Это было в первый раз написано, такой проект большой, в течение 2 лет. И мы надеемся, что сейчас мы, подводя итоги, продлим или как-нибудь будем ходатайствовать о том, чтобы было продолжение вот этого начинания, чтобы те безработные, которые здесь есть, не оставались со своими проблемами наедине, а искали новые возможности для того, чтобы объединяться, что-то решать и обучаться новым знаниям и опыту. Если вы, не дай бог, потеряли работу, не надо отчаиваться. В стране в разных регионах работают различные курсы по переобучению, схожие с данным проектом. Я была участницей первой группы проекта, узнала об этом совершенно случайно, но теперь не жалею, что туда попала. Обучение было интересное, группа интересная, узнали много нового. Что-то, конечно, повторялось то, что было известно и ранее, потому что я была безработной на момент участия в проекте уже 2 года. После окончания проекта я нашла практику, мне помогли, и после прохождения практики в данный момент я являюсь работающим человеком, меня приняли на работу, и совершенно изменилась моя ситуация жизненная. Поэтому я очень рада, что я участвовала в этом проекте и благодарна организаторам проекта. Наталья, что бы вы посоветовали тем, которые потеряли работу, которые долгое время не работают, которые отчаялись? Ну, во-первых, искать информацию, искать, откликаться на любые, даже самые неизвестные, как бы, предложения, предварительно что-то узнав о проекте, возможно, от ее участников. То есть, наверное, не отчаиваться? Нет, конечно, нет, нет. Идти вперед и дерзать. И все у вас получится. Театр «Моды Глория» принимал участие в проекте в качестве работодателя. К нам пришел один практикант, Мария Алексеева, жительница Силамя. Практиканты ему очень довольны. Человек талантливый, человек знающий. И получилось так, что мы взаимно друг друга, ну, как я считаю, обогатили. То есть мы что-то узнали, научились у нее. Она, надеюсь, чему-то научилась у нас. Программа у нас была достаточно насыщенная. Мы участвовали в мастер-классе по батику в Нарвском музее. Мы занимались в нашей студии, в помещении детского сада «Алые паруса», занимались батиком, занимались росписью стекла, занимались росписью различных изделий, в том числе из дерева, готовили подарки для дней рождения, для праздников, сувениры. Наш практикант Мария изъявила желание открыть свое собственное некоммерческое объединение, и мы работали с ней, помогли ей составить пакет документов, которые необходимы для регистрации, поделились своим опытом. И итогом нашей практики произошло то, как раз, что Мария открыла свое МТЮ. Я являюсь преподавателем в этом проекте. И как психолог хочу отметить такую закономерность, которую наблюдаю у всех безработных этого региона. Конечно, это сумасшедшие страхи. Это те барьеры, в которые люди попадают сами, и из которых выбраться в одиночку, конечно, очень трудно. Ну, во-первых, скажем, экономическая ситуация этого региона, ну, не такая уж благополучная, все это знают. Незнание государственного языка. Это, как правило, люди, попавшие в группу риска, возраст, образование, полученное еще в советский период. На сегодняшний день, конечно, все хотят видеть молодых, активных, перспективных со знанием языков и так далее. Но я в первую очередь обращаюсь, конечно, к людям безработным, которые сегодня остались без работы и попали вот в эту группу риска, как любят называть чиновники, да, этих людей. Не отчаивайтесь, пожалуйста. Возраст – это не причина для того, чтобы закопаться и остановиться. Нет такой таблетки, которая сделает нас на 20 лет моложе. Значит, мы должны гордиться своим возрастом, потому что наши годы дают нам знания, мудрость. Мы живем в том месте, где мы должны жить, и экономическая ситуация не должна быть для этого препятствием. Незнание языка – ищите возможности. Сейчас огромные возможности изучать эстонский язык. И, знаете, вставайте, идите, ищите, требуйте, находите. Не можете найти здесь, раздвигайте горизонты. Но, вы знаете, пока человек жив,
он обязательно может что-то изменить в своей жизни. Хотите быть счастливым человеком? Будьте. Ежегодно на клумбы и вазоны в нашем городе высаживаются цветы и декоративные кустарники. В этом году будет высажено около 16 тысяч саженцев различных растений. Работники по заранее подготовленному рисунку готовят почву, рассчитывают количество саженцев. К примеру, для оформления центральной клумбы возле Центра культуры потребуется более 2500 саженцев. Как ежегодно высаживаются саженцы цветов, так ежегодно находятся те, которые попросту их воруют. Да, такое поверье, ворованное лучше приживается. Однако для тех, кто ворует с клумб, это приживание может выйти, как говорится, боком. Здесь прибыло, а вот что у вас убудет, это еще вопрос. Не воруйте, не топчите. Пусть ваши дети и внуки будут воспитываться на красоте. В проекте «Предприимчивая школа» Ван Алина Коль участвует с 2006 года. Цель проекта – развитие предприимчивости, инициативности. Один из ярких примеров результата работы в проекте – изготовление 400 подушек к празднику города. В этом году в нашей школе проходит уже не первый, это уже третий фестиваль школьных проектов, которые учащиеся под руководством своих преподавателей реализовывали в течение этого учебного года. Ежегодно каждый класс в обязательном порядке, не потому что мы в первую очередь их обязали, а потому что это действительно очень интересная работа. Ребята вместе со своими руководителями или учителями-предметниками или классными руководителями проводят различные проекты по тем темам и в тех областях, которые наиболее интересны детям. Вот в этом, наверное, и заключается основная идея предприимчивой или инициативной школы. Ведь предприимчивость имеет отношение не только к предприятию или предпринимательству, это не только получение прибыли, а это в первую очередь уметь выразить свои идеи, притворить их в жизнь и привлечь к этим идеям как можно больше людей. Вот сегодня у нас на нашем фестивале было представлено более 10 проектов, учащихся с 1 по 9 класс. И весь этот фестиваль завершился таким семинаром-практикум, который мы назвали «Притвори свои идеи в жизнь», цель которого была поделиться нашим опытом, не очень, может быть, богатым, но на наш взгляд полезным для других, рассказать о том, как мы жили в этом проекте, что мы делали, и дать возможность другим учреждениям нашего города и гостям, сегодня у нас были гости из города Раквера, из Ракверской гимназии, попробовать написать и, возможно, в дальнейшем осуществить какой-нибудь из этих проектов. Сама идея этой предприимчивой школы заключается в том, что учащиеся, проявляя свою инициативу, сами планируют эту деятельность, сами ее проводят и подводят итог и разрабатывают планы на дальнейшую жизнь. Вот если кто-то хочет присоединиться к нам или узнать о том, как это сделать, добро пожаловать, приходите. Мы всегда рады рассказать о том, как мы работаем и, может быть, получить от вас какие-то новые идеи. Уже сейчас школа работает над новым проектом «Сделаем школу лучше своими руками», который поддерживается и Давировским центром предпринимательства ЕАЭС и Силамяйским городским управлением. Ямочный ремонт по договору с фирмой, которая должна осуществлять работы, завершился 24 мая. Однако работы на дорогах города еще продолжаются, но уже по другой технологии. Трещины и ямки заливаются битумной смесью и засыпаются щебнем. Будем надеяться на то, что дороги будут приведены в порядок в скором времени.
Коломяевское профессиональное училище было открыто в 1981 году. За 30 лет своего развития здесь изменилось очень многое. Изменились направления обучения, усовершенствовалась материальная база. 3 года назад при содействии Министерства образования и науки училище получило 110 миллионов крон. Это более 7 миллионов евро на реновацию. В январе 2011 года завершен первый этап реновации. Обновлены учебные мастерские, учебная база по обслуживанию питания. Условия обучения студентов стали комфортными, так как в процессе реновации произведено утепление мастерских, замена сантехники и электропроводка. Установлена современная вентиляция, оборудованы новые раздевалки и душевые. Приобретено и установлено самое современное технологическое оборудование. Полностью изменилась материальная база отделения технологии питания. Модернизированная, суперсовременная, с индивидуальными местами обучения столовая является лучшей в нашем регионе. На открытии реновированных мастерских в феврале 2011 года присутствовал министр образования Пинис Тулукас, который сказал, что проведенная в училище модернизация открывает новый этап в обучении современным профессиям. На современном оборудовании училища проводится обучение по следующим специальностям на базе основного и среднего образования. Повар, металлообработка, инфотехнология. Уже второй год в нашем училище идет обучение по новой программе обслуживания баз данных и программного обеспечения. Основные направления – это разработка и работа с ОБД MySQL Access, разработка программного обеспечения. Обучение проходит в специализированных кабинетах, оснащенных современными компьютерами и высокоскоростным интернетом. Кроме основных, для ребят имеется целый ряд предметов по выбору, таких как веб-дизайн, компьютерное черчение при помощи программы AutoCAD, 3D-моделирование при помощи программы SolidWorks, поиск и диагностика ошибок и другие программы. В рамках реновации, которая проходит в нашем училище в настоящее время, планируется создать компьютерную лабораторию по диагностике компьютера, оснастить все кабинеты самой современной компьютерной техникой, а также программным обеспечением последнего поколения. Мы зовем учиться к нам ребят, которые любят компьютеры и связывают свое будущее с профессией инфотехнолога. В актовом зале Силамяевского профессионального училища прошел отчетный концерт лауреата и дипломанта различных конкурсов и фестивалей хореографической студии «Этюд». В концерте были показаны классические эстрадные народные танцы. Основная цель благотворительного концерта ансамбля народного танца «Сувенир» – сбор средств для жительницы нашего города Анастасии Князевой. Концерты «Сувенира» всегда проходят в атмосфере праздника, яркого фестиваля. В репертуаре ансамбля – танцы народов мира и, конечно, эстонские и русские. Сбор от концерта в сумме 600 евро пойдет в фонд Анастасии Князевой. Ежегодно в нашем городе проводится первенство города Силаме по настольному теннису. Спортивный клуб «Калев», который пригласил участников разных возрастов на данные соревнования, организует его с привлечением как мужчин, так и женщин, как профессионалов, так и любителей. Игры проходили в 4 возрастных классах. Школьники, основной мужской класс, женщины и ветераны. Соревнования проводятся для того, чтобы увеличить популяризацию нашего настольного тенниса в нашем городе, чтобы все люди разных возрастов смогли поиграть в этот интересный
игровой вид спорта. В мужском игровом классе победили игроки спортклуба «Калев». Первым стал Дмитрий Лет. Второе место занял Константин Иванов. Третье место сумел завоевать Сергей Силантьев. Среди ветеранов и любителей лучшим был Юрий Вотинов. За ним Карл Раннама. И тройку призеров замкнул Владимир Кротов. В молодежном классе до 21 года уверенную победу одержал Артем Воробьев из эстонской основной школы. Второе место Игорь Красильников, тренирующийся в открытом молодежном центре. На третью призовую позицию смог пробиться 12-летний Елисей Захаров, эстонская основная школа. Конкуренцию юношам в этом классе составила также и ученица Канука Коль Ирина Магранова. Померились теннисисты силами и в мужских парных играх. Лучшим в парной игре стал дуэт Дмитрия Летта и Сергея Силантьева. Второе место заняла пара Денис Магранов, Юрий Вотинов. Бронза у пары Константин Иванов, Карл Раннама. Все призеры были награждены красивыми кубками и дипломами, которые были заказаны и оформлены спортивным клубом «Калев», который и впредь будет рад видеть на своих соревнованиях всех любителей этого увлекательного игрового вида спорта – настольный теннис. Уважаемые горожане, хочу пригласить вас на большое городское мероприятие, которое состоится 1 июня. Посвящается она, конечно же, Дню защиты детей. Но поскольку в этом году 1 июня – это суббота, мы бы хотели, чтобы в этот день на городскую площадь, а именно там состоится данное мероприятие, пришли дети с родителями. Именно поэтому мы назвали наше мероприятие «Отдыхаем всей семьей». В течение 10 часов с 12 дня и до 10 вечера различные конкурсы, игры, розыгрыши будут проходить на городской площади. Ну а что же новенького мы хотим предложить вам в этом году? Будет с 7 вечера видеодискотека, это впервые. Кроме того, к нашему мероприятию присоединяется еще и городской музей. Все, кто посетит в этот день городской музей, будет, если вы придете всей семьей, вы заплатите и пройдете туда всего по одному билету. И кроме того, все, кто посетит в этот день городской музей, еще и будет участвовать в розыгрыше призов, который состоится в 16 часов 30 минут. Кроме того, у нас запланирована интересная, на мой взгляд, концертная программа, которая называется «Семейное песенное состязание». Принять участие в этом семейном песенном состязании может каждый, если вы в течение ближайшей недели зарегистрируетесь, позвонив по телефону в Улей, и ваша миссия будет состоять в том, чтобы спеть своей семьей всего лишь одну песню. Что такое семья? Это может быть и брат с сестрой исполнять песню, это может и родители с детьми, и бабушки с дедушками. В общем, все семейные дуэты, трио и даже хоры принимаются на это песенное состязание. Дополнительную информацию вы можете посмотреть на нашем сайте www.uli.ee, ну или позвонив по нашему контактному телефону.